И эта история началась здесь и сейчас, после случая с мамой. Именно он дал ход событиям, которые изменили всю нашу жизнь, перевернув ее с ног на голову. Мы считаем, что ваша мама в коме. Но мы продолжим ее обследование. В конторе с зоопарка. С детьми еще труднее. У нас все сложно. Кто она? Ее зовут Жозиан. Черт, мы с Элен за 2 года всего 3 раза переспали. Я так больше не могу. Доктор Сакс. Псих ненормальный. Господи, о чем ты только думал? Они же как 3 поросенка из сказки. Твой Реми такой же, как его братцы. Ты даже не представляешь, насколько они разные.